кажется, я просто их рисую, и все. Они откуда-то берутся, я не придумываю ничего специально. Потому что здесь очень много, допустим, эскизов, нарисованных в тетрадях, там, ну, сидишь там на лекции, что-нибудь там, на работе там бывает, отвлекаешься. Ну, мне кажется, моя работа довольно позитивная в целом. Тень, так сказал, у нас такой мой сотрудник, он как-то на работе, мы сидели, и он мне говорит, давай, ну то, что ты выставку не сделаешь. Ну, да, ну, наверное, надо. Ну, как-то я, у меня была какая-то очень активная неделя, видимо, я слишком часто знакомилась с новыми людьми, и потом я так раз и думаю, надо пойти и договориться насчет выставки. Друзья говорят, что не похож, что работа не похожа на никакие другие. Но я так не думаю, потому что есть много иллюстраторов, и я постоянно просматриваю их работы, и я не думаю, что моя работа не похожа. Но я все-таки в них очень сильно вижу такой отсыл к манге. Вот есть японская манга такая с определенным направлением стилизации, очень похожа. Есть такой мультик «Железобетон». Вот, на самом деле, те, кто посмотрит, они поймут. Возможно, это первый этап. Нет, у меня был, кстати, этап, когда формировался стиль, то есть я как-то что-то там перерисовывал, но эти работы я никому не показываю. Ну, может, видели только пару человек. То есть я показала именно то, что мне самой нравится более-менее. Ну, вообще, мне кажется, знаешь, это твои работы — это ты. Ну, и вообще, я стараюсь верить в то, что все делается не то, что к лучшему, а делается так, как нам полезно. Поэтому будет хорошо.